Он тебя уже бросил, ты все равно не даешь. А потом ты еще имеешь привычку держать. Получается, он на тебя падает. Ты возьми, упади, сделай штрафом. И все. А так он не может уйти никуда, потому что ты его держишь. Да. Ты что, ты здоровый? Если все будет так, один домой, другой сюда, все вместе или качаться, или работать. Даник, ну давай замочи ты его уже один раз. Ну пошла. Если вы захватываете, вы или что, или ногу захватите. А это вы касаетесь. Нет. Нет, так нет. Сейчас, сейчас не на боли. Сейчас не на боли. Этот, Бутук, попроси всех, кто там, пусть идут сюда. Там 5 человек. Вы кончаете, там разговариваем. Внимание сюда. Сербо, Миша, Саша. 25 бросков. У вас минута есть. Не успеваете, наказываю, еще раз будете бросать. Бедро. Можно мельницу. Или бедро, или мельницу. Саша, ты готов? Даник, ты готов?
Так, Макс, встань сюда, считай. Коля, встань туда, считай. Здесь я считаю. Приготовились? Вслух считаем. Внимание. Оп! Как покачаетесь, будете снова делать. Делает Андрей. Делает Макс. Что ты сидишь? Бутук, ты готов или нет, гриня поганая? Бутук кидает. Я считаю, там считаете вы. Внимание. Хаджина. Раз. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 25. Следующее. Следующее. Нет. Нет. Следующее, Сырбу. Внимание, что там стоит? Это мельница, это бедро. Любой захват. Готовы? И. Время. Два. Три. Неправильно бросаешь руку сверху. Четыре. Неправильно. Левую берешь сверху. Сус. Пять. Следующее выстрел. Следующее.
Катерина, что делаешь? Я тебе руку обрежу. Говори ему, что делаешь? Что делаешь? Внимание! И время! Никто не сделал, кроме одного человека, 25. Кто сделал 25? Никто. Кто? Ты там. Эй, что вы стоите, разминаетесь? Так, внимание сюда. Внимание сюда. Пастухов сюда. Гурдужа туда. Туда. Так. Эй! Куда вы собрались? Я сказал, что вас накажу, если вы не сделаете. Вы балдели. Что вы сидите? Встали. Значит так, Пастухову уйдет. Вот. Раз, два, три. Сюда. Саша, четыре. Сырку, пять. Сюда. Три человека здесь, три человека там, три человека здесь. Встали быстрее. Пастухов посередине. Посередине. Нет, вон там. Так, все остальные встали и пошли в бурдуже. Три человека с этой стороны, три человека с той. Нам еще один нужен. Не надо вам больше никого. Так. Встали. Сюда. Нет. Три человека там. Три человека сюда. Влад, будешь делать аккуратно. Пастухов, будешь бросать аккуратно. Один отсюда идет. Другой отсюда идет. Один отсюда. Упал сразу в пол. Так, покажи, Влад. Любого. И туда назад, на свое место же. Давай. Оп. Теперь. Эй! Послушай меня внимательно. Если так будешь идти, так. Не так идти, а вот так идти. Тем более не выше вас. Значит, нужно что? Чуть-чуть выше руки. Качабаловаться. Так. Готовы? Yes. 100 бросков. Сейчас, одну секунду. Я считаю... Ну давай, что? Давай, Пастухов, время приближается к нулю, сейчас получишь. Ну что? Ты хоть раз в жизни это делал? Да, делал. Кому? Всем. Всем мне, помни мне. Не, делай как человек. Хорошо, это. Кому? Да, и Саша сделал. Саша, ты делал? Да, да. Саша, ты делал? Да. Саша, ты делал? Саша делал, да. Саша, ты делал? Да. Александр Иванович.
Александр Иванович это делал? Да. Знаешь, он мешок, блин. А что ж ты его, этот, Владу не сделал сейчас? Ну, не всегда получается. Ну, потом, ну, что надо отсюда делать? Целесообразно. Правильно, покажи. Покажи зацеп, Влад. Оп, еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще два раза. Что Влад делает? Угу. Еще раз. Хорошо. Так, а теперь Влад, ты делаешь. Что? Он делает зацеп голенью, ты делаешь через плечо. Что такое, похудел? Штаны падают? Не, это кость. А, я думал, труселя падают. Еще раз. Еще раз. Еще три. Так, еще два. Еще один. Хорошо. А теперь Пастухов тебе делает, показывает правой ногой подсечку изнутри. Что ты делаешь? Я знаю, что делать. Что? Я знаю, что надо делать. Ну вот, покажи ему как раз. Показывай подсечку Пастухов. Подсечку изнутри. Нет, изнутри, изнутри. Подобие найти подсекать. Ну, очень тяжело. Очень тяжело. Да? Подвинуть и подсекать. Очень тяжело. Подсекай. Так, подсекай Влада, а он пусть потом мне покажет. Давай, тебе минута для того, чтобы что-то придумать. Вот этот прием надо будет делать, вот эту подсечку, вот эту. Вот эту подсечку надо будет делать с падением. Ага, да. Но она делается. А если он ногу уберет, и ты упал? Ну. Так я любом не могу. Так нафиг ее тогда делать. Давай, пошел, Влад, ищи. Ищи. Сюда? Он же тебя туда кидает. Довольно. Можно сделать, но проблематично, я думаю. Убирать ногу надо. Ну убирай ногу. Подсечка, это еще тяжелее, чем вы тогда делали. Я. Тоже тяжело. Нет. Вообще вот это не. Ну. Знаете, как легче не точно. А? Знаете, как легче? Нет. Как? Вы знаете подсказать нам? Пока. Так. Вот это легко. Вообще. Легко, так он не сопротивляется. Она сопротивляется. А ты. Нет. Ну хорошо. Легко, я его дисбалансирую. Да, дисбаланс. Тебя, мне кажется, тяжело. А ну еще раз сделай. А можно вот качаться? А там девочки. А мы тут покачаться. Не надо, вы в труселях, ну, некрасиво. Да. Вперед, 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 вперед. Мы сейчас холодными местами. Давай, 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 так работай. Так, подсечка изнутри. Он? Да. Вот, а ты можешь сделать через плечо? Ну? Типа, да, ну ты не мне же. Зачем сюда? Сюда же. Неудобно вообще. Неудобно? Нет. А с упора ноги? Чубаняска, что ли? Угу. Чубаняска. И теперь? Так нет, ногу поднимаешь, прыг, 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 а потом только делаешь. То есть ты сразу, если сразу упал, значит ты проиграл. А кто мне царит? Ну на одной ноге умеешь прыгать? Да. Ну попрыгай, прыг, 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 а то в чубаняску. Можно? Ну это сложнее, чем круче. Чем что? Чем перевратить. Блин, ну я не знаю. Вы как показательное выступление. Попробуйте. Ну иди, вот пусть Пастухов сделает. Эффективнее даже.
И уберись чуть. Какой стоят? Не убирайся. Это ты в дальнюю делаешь? Да, так по две ноги. А как ты можешь по две ноги делать, вот, извини, вот сюда? Я понимаю, опа, моя, подсячку под пяточку, да. А когда ты сюда делаешь? Интересно. Ну, Пастухов сделает. Один раз ты, один раз ты, дай я посмотрю. Иди. Как можно упасть? Сделай, папа, здесь вот так до конца, ты только имитируешь. Ну. Хорошо. Так, и еще один у тебя прием. Вот, смотри. Не надо, не надо. Ты в эту сторону делал зацеп голени, а теперь в другую сторону зацеп голени. И я вас отпущу. То есть правой ногой цепляем правую ногу. Да, вот это вот. Так, я сюда только одно знаю. Вытягивать ногу. Кто знает? Я только одно знаю. Ну покажи. Колонна влезет. Ну а что ж ты не делал? Тяжелый. Кто тяжелый? Я просто очень быстрый. Давай, еще раз. Килограмм больше. Я как молния. Еще раз. Не тянуть его сложно, если я готовлюсь. Мольная. Я как мольная. У меня даже будильник, когда я делал. Ага. Иногда получается, когда я ему специально... Так, Пастухов. Да. Понимаешь, есть такое... орган такой, жопа называется. Да, чувствуешь. Вот она должна чувствовать за 2-3 секунды, то есть да, по движениям рук, да, по ногам. Просто... И для этого у тебя должен быть контрприем, чтобы ты не думал. Ну, вот давай посмотри, что отсюда. Ну вот я просто, Сергей Анатольевич, да, делаю иногда вот так, смотрите. Ага. Вот так, через спину. Mm-hmm. И он думает, что я залезу через спину, а я-то не это делаю. Я всегда беда. Ты должен сделать такой прием, чтобы он и вперед не бросил, и это не мог сделать. А ну-ка давай, Пастухов, думай. Математик, давай. Еще раз. Вот смотри, он делает зацеп голенью. Да? Еще раз, покажи. Раз, два. Отсюда что можно сделать? Ну вот встань и стой, вот так, встань и стой, вот так, встань и стой. Поставь ногу просто и стой, поставь ногу на пол. Вот так стой. Ну вот что, Пастухов, ты отсюда можешь сделать? Ну вот ты показал одно, зацеп изнутри, да, ой, снаружи. Ты зацепил и развернулся. Нормально, посадку. Но он же влезает туда всем посадку телом. Посадку. Посадку? Да. Ну посадку ты как раз ты упадешь быстрее, чем он. Ну что можно сделать? Ну он зацепил ногу, да, как бы. А можно делать переднюю подсечку, вот этой ногой, которую он зацепил? А? Как отсюда переднюю подсечку? Он же на меня висит. Ну и вот если он на подсечку, все, куда? Нет, переднюю подсечку. Нет, куда? А нет, я если... Я об этом думал, но вот эту переднюю подсечку... Тут надо прием... Так ты высоко подсекаешь, наверное. И руками не скручиваешь. Ну вот я тоже буду переднюю подсечку делать, куда он будет падать. На меня все. Так что... Ну я видел, как делали. Не могу я просто показать, толстый стал. Ну давай, что-то придумай. Вперед и назад. Ну давай, у тебя есть 1,5 минуты, 2 минуты еще. Раз, ну. Можно, но проблематично, он уже зацепился за ногу. Ну тут, скорее всего, если я залез, тут уже нету контрприема. Тут как это нет? На любой прием есть. На любой прием есть. Надо только остановить и потом делать. Да. Ну остановить, когда... Вот летит, раз, что все. Так. Ничего. А почему ты это не делаешь тогда? Да не получается, А почему не получается? Наверное, на тренировке ходишь. Я же не могу без угодить его 10 минут. Так, скажи, а что, какой прием ты делаешь? Вот ты делаешь, Влад, скажи мне. Я? Вот я записал. Влад делает. Значит, подсечку изнутри, бам-бам, ты просто уходишь. Он делает, он показал через плечо, а потом зацеп голени одноименный. Ты просто уходишь. Он показал зацеп голени изнутри, ты прыгал,
потом он тебя зашел назад, до свидания. Чао, и через грудь долбанул. Так ты хоть какое-то движение, ты понимаешь, ты, у тебя, если по твоему виду, сел, по твоему виду было видно, что ты не то что думаешь, ты даже не думаешь, ты просто, просто уходишь. Просто уходишь. Перед этим у тебя какой-то был прием, ты показал, показал. То есть у тебя нету, то есть ты делаешь прием какой-то, но бросков нету. У тебя даже не рандери, даже не рандери, а как тебе сказать, как будто ты задался целью не бросить противника. То есть чуть-чуть посюда, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. А без бросков ты никак не выиграешь. То есть ты не любишь нападать сильно? Не очень любишь. Хорошо, тогда ты на каждый ответ должен, то есть на каждый прием должен быть один ответ. Хорошо, если один ответ на два приема. Тебе делают один прием, ты делаешь ответ. Тебе делают второй прием, ты делаешь этот же самый прием. Понимаешь? Тогда меньше учить надо приемы. Но у тебя, посмотри, он тебе делает, и у тебя ни вправо, ни влево, ты чисто просто уходишь. Чисто просто ушел, получил шида. Получил замечание. А если у тебя физика, понимаешь, когда у тебя есть контрприем, ты даже уставший, можешь сделать оценку. А если ты просто устал, вот как последнее соревнование, ты просто устал, да, у тебя не хватило сил. Контрприемов нет, и ты просто упал. Даже не падал. Что-что? Я тогда даже не падал, я проиграл на Хансоку Макету. Хансоку Макету. Ну, еще лучше, блин. Хорошо, хоть не упал. Так, ну давай, последний раз пройдемся, и ты свободен. Так, подсечка изнутри показывает. Нет, зацеп голени изнутри. Закрывать или нет? Нет, 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 сейчас два мешка пойдут. Нет, они... там еще минут 10. Ага, они сейчас пойдут, возьмут с собой музыку и будут сидеть там. Культурно. А, культурно будете, да? А можно все. Давай, покажите и вперед. Все, вот мне теперь лень, даже качаться не хочу. Правильно. Из-за вас все. Из-за меня. Я потом выбираю. Давай. Это зацепили, да, просто. Давайте с подсечки начнете. Один раз ты подсекаешь, один раз ты. И вы мне показываете по приему. Ну? Так, теперь ты показываешь. Подсечка не под ближнюю, а под дальнюю ногу. Просто интересно, получится складки или нет. Так, зацеп голенью изнутри, как обычно мы делаем. Бросок через плечо. Вот. Теперь ты давай вставай. И зацеп голенью. Правая нога, правая, подсечка, передняя подсечка той ногой, которую цепляешь. Типа вот это? Нет, нет, нет. Ты сюда цеплял, а теперь ты сюда цеплять будешь. Вот так? Ну как через плечо, потом зацеп получается. А. Вот сюда. Ну, Пастухов, подсечка под дальнюю ногу. Да нету смысла, я не говорю, что я делаю подсечку. Подсечка под дальнюю ногу. Это надо? Да, у тебя же ничего нету. Идет, так ты руки еще вот так вот поставь. Нет, подождите, где точка? В какую сторону мне тянуть? Вот в ту. И сюда? В ту. Через это плечо. Да. Давай, давай, Влад, быстрее, потому что время идет. Я уже устал от вас. Ну так делай другой шаг. Что ты падаешь? Делай медленно. Что ты падаешь? Ноги шире. Подожди, только не делай. Еще раз так извините, чтобы так монетажный пол. Не, это очень сложно, если что сложно? Навряд ли получится. Так правильно, сейчас не получится, потому что он по-другому делает. Чувствуется, что по-другому делает? Да.
Так, еще раз делай, как ты делал. А ты не сопротивляйся, падай. Я? Да. Так. Делай болевой отсюда. Болевой! Ногу перебрось через голову, другую. Скажи, пон. Да, все еще равно. Раз. Да, все равно же, пон. Что, все равно же? Давай. О, блин. Цурва. Надо вот эту. Это долго. Что долго? Еще раз. Все, они уходят. Еще раз. Так ты держи руками захват, да, блин. Ноги шире поставь. Ну, дальше. Да, на. Мешок, блин. Идите качаться. У меня нога болит, не знаю почему, уже 6 дней где-то. Вот тут один раз хрустнуло и все, болит там. Хрустнуло? А что делал? Да, тогда делал вот со штангой вот так. Приседал, да. Потом пришел, сел на канат, поставил себя вот так и крц, и хрустнуло. Не знаю, что это. И вот тут. Вот тут внутри болит, да? Вот тут внутри, как будто да? Болит где-то. Что это может? Как будто мешает. Знаете, когда локоть хочет хрустнуть и так, вот такая же ощущение тут. Ну ты ходишь все нормально, то есть обычно бывает как подвыги. Пастухов! А пояс, Влад, это пояс твой. Да. А приседание можешь делать? Да, могу просто. Не болит? Нет, вот просто... Неприятно, вот, да? Да, вот неприятно. Особенно, вот так, когда вот ходишь. Вот тут, прям вот тут. Там прямо, за прямо. А? За прямо. А теперь лишний пост. Тем более. Иди ко мне сюда. Так, сколько раз ты будешь делать? 600-700. Иди сюда, ты закрываешь сюда людей. Ставь сюда, пожалуйста. Теперь там Николай работает с ним. Они одинаковые приводят. Значит, когда ты сам, а ты посматривай за девочками. Посматривай за мальчиками. Нет, Юрий Александрович, у него сообщение с мамой. Хорошо? Да. Все, давай. Боремся. Это ты вот так поперек, да? А может он повернуться? Получается вот так. То есть на это для того, чтобы фотография больше, надо вот смотри. Я на соревнованиях. Если я оставлю фотографию, то когда она поворачивается, правильно, Сина, получается маленькая. И смотреть можно, да? Лучше, если фотографировать вот так, когда она занимает как бы большую дистанцию. Посмотрите другую. Да, вот фотография. И есть. Так, иди сюда. Да. Ты не борешься с волосами? Я не борюсь. Точно? А что с чем было? Я хотела себя и полюбой взять. Ну, очень далеко. Вот я хотела, чтобы руки забрал. Стоп, аккуратно. Аккуратно.
Сколько ты? Ну, вы себя русский отдаете. Скажи, как тебе удобно смотреть? Вот, вот так и? Чем? Вот так и? Роза. Стоп, АТ! Вы где должны находиться? Вот тут. Все ну что же тебя взять? Если я скажу, вот эту пару. Мате, сядь в стойку. Так. Остается. Вы отдыхаете, и Буга отдыхает, Миша. Ушли, вон туда шли. Так. Можно качаться. Нет. Сырву. Вы туда вдвоем. Нет, вы остаетесь. Саша, переходите туда. У вас 5 минут. Так у нас чемпионат республики по дзюдо. Значит, без захвата за ноги. Первое. Второе. При падении. Не забываем, руки прямые не ставим. Перекат. И самое главное еще. На противника сверху не прыгаем. Делаем какое-то техническое действие. А просто сверху на него прыгать не надо. Так, готовы? Да. Сейчас, одну секундочку. Хаджиме! Так, вас снимает. Открытая камера. Хуже. Открытая. Ты ходишь. Тогда уйдите оттуда. Миша, Шендри, вперед. Шендри, Миша. Так, сейчас я... Да.
Смотри, третий раз ты что взял? Смотри, есть башки, есть прайсы. Первый, вот башки. А, то есть получается раз, два, три, там, три, четыре, да? Вот, документ, да. В принципе, ты все сразу в первый раз издала? Поклонились.
ушли. Следующие вышли. Следующие. Аджима, Денис, что ты сидишь? Так давай, или Борис, или иди нафиг отсюда. Что? Или работай, или иди отсюда нафиг. Что вы стоите, жив и борешься? Кого вы ждете? Сейчас вижу, потом не А секрета нет, а я думал, что 7 минут, 7 минут, это 7 минут просто простояло, поменялось. А раньше по времени? Да. Хорошо. Заехал в Сунцов. Так ты работаешь или нет? Все уже открыть нельзя. Бестолковые. Откроют, блин, и оставляют. Можно туда не ходить, Сырбу. Все уже. Ты борешься или нет? Я звоню папе и отправляю тебя домой. Пусть звонит. До конца, до конца. В аварии. Соберись, Денис, соберись.
Убери. Матея, встали, поклонились, следующее. Саша, дай мне палку оттуда, пожалуйста. Сергей Анатольевич, а можно тряпку вытереть? Он там ходит. Значит так, Даник, не сделаешь бросок, получишь у меня. Миша, Шендри, Шендри, не сделаешь ему бросок, получишь. Готовы? Денис, ко мне. Денис, ко мне. Готовы? Ажин! Да. Все. Кончай. Накажу вас. Лилия, бросок нужен. Даник, Даник, ты сошел и стоишь. Или не дай ему руки. Я не хотел стоять. Надо делать бросок с падением тогда. Давай. Ты залез и стоишь, даже не двигаешься. Конечно, ему легко бросить тебя. Левим, Серго, иди сюда. Иди сюда. Будь внимателен, он может и коленом ударить, и ногой, и падает. Нет, иди сюда. Если что, возьми и останови склад, или еще что-нибудь. В партере, если упали, он все равно будет бороться. Потому что маячок, это у них в крови ничего не сделает. Поэтому не расслабляйся, только когда он отходит, хорошо? Вот, молодец, молодец, вот зашел, что ты его жалеешь, Даня? Вот тебе. Шендри, молодец! Молодец, Шендри! А, это Миша. Ёлки-палки. Миша, иди назад, что ж ты любишь? Так кто сделал? Я. Красавец. Молодец, да. Супер. Я выставлю в интернет. А что он сделал? Он бедро. Мишу замочил как. Кинца. Задуши его сверху, вот так вот подворачивается. Даник, ты еще не бросил. Я знаю. Левию ты еще не бросил. Сейчас ты живешь. Отлично, умница. Базарик. Ну так погулять невозможно. Да. Что, нету? Нет. Смотрите, что, да? Девчонки, давайте сейчас. Да, сука, где? Кино сейчас, я не знаю. Кино уже все работает. Там такие фильмы дурацкие. Я уже не смотрю. Начинать что-то смотрится. Я футбол смотрю, вот что еще смотрю. А, здесь камера есть интересная. Матей! Матей! Встали в стойку. Аджи! Ты же знаешь, как бывает. Молодец, Саня, красавец! Это Боля кинул Даника. Да, Даник стоит, а Боля лежал. А. Даник, молодец. Еще раз можешь вообще классно? Нет. Это было чудо одного раза. Слушай, я как раз узнал, вот смотри, вот
где-то вот такая мешковина может образоваться. Причем метр. Понимаешь, мне нужно чуть-чуть. Еще немного. Раньше такие мешки продавали. А сейчас какие-то небольшие маленькие. Ты-то ждал какая-то мешковина, чтобы хотя бы когда взять, сшить отдельно, а потом сделать их мешок. Мне нужно хорошо, Миша. Да, на ну ответь ему. Ну вот я пробовал просто такие, но они расходятся. Нельзя зашить. Но! Красавец! Материал для меня. Что такое? А, дыхалка. Дайте помогу ему. Стой, держи. Надо поднять его так, чтобы дыхаться. И что? Нет, печень. Мате? Мате? Поклонились, ушли. Следующие вышли. Отлично. Следующие вышли. Или чуть-чуть отползи сюда. Я не хотел стоять, честно. Просто вон потянули, я не держал. Денис, Бутов. Бутов. Бутов, ты готов? Я снимаю. Все равно грубо или мягко. Главное, чтобы нас держало хотя бы. Университет, блин, где нас продается, как бы подешевше, да? Можно измерить. Народ. Готовы? Готовы, да? Мешковину. Так, Дан, ко мне. Сюда. Ко мне. Вот сюда. Вот сюда. Поворачивайся руки вперед. Поворачивайся руки вперед. Убери мяч сюда. 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 Бескон, сюда. Руки вперед. Сюда. Я буду ошибляться. Да? Руки вперед. Еще раз, вы выше бороться, эй! Джи! Все, окончайте разговоры. Отлично! Это в какую-то сторону, в правую делал, да? Хотя сам левша. Но хорошо. Thank you.
Ну мы боремся или нет? Что вы с ним разговариваете? Я сделал репорт. Там на баре был. Я тебя прошу, пусть они сами. Матэ? Матэ? Влад, иди сюда. Я? Да-да. Вот сейчас я делаю бросок. Бросок. Руку ты здесь держал. Вот здесь, когда ты получишься лучше. А что ты его на голову бросаешь? Еще раз. Что ты его бросаешь на голову? На голову приятный. Так, что у меня? Сергей Анатольевич, а можно мы пойдем когда-нибудь снова с девочками играть в волейбол? Я тебе сказал, он девочек выбрал. Нет, все, он принял. Там уже не ходили. Да, вот здесь сильнее 400, я не могу выйти, потому что у меня как бы много положили. Но великолепно, котелет. Япон. Японы. Смотри, смотри, ты делаешь. Руки прямые. Хорошо, спасибо, Денис. И стоишь головой сюда. Упал бы на тебя, и все. На это кусок умаешь. Руки прямые, руки так подкини. Отсюда. А сейчас мы легко на Дениса, да? Он же бросил на стену. Конечно, а что так? Пошли, пошли, пошли. Борис, Денис.
Захват. Какой, как подхват такого захвата делает? Вот только взял тебя за пояс. Делай мельницу. Оп-оп-оп! Молодец, классно сделал. Смотри, куда кидает. Чтобы не ударить. Хорошо, разогревайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что вы сидите, делаете там пресс? Одиннадцать. 12, руки выше. 13. 14. Быстрее уходи, 15. 16. 17. 18. 19. 20. В центре 2. 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 уходи, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 55, 57, 58, 59, 60, 61, от камеры уходи, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! 100 РМТ, машина круг ковра, все заправились и через одну минуту строятся. Опять? Все. Да, я и можно их уже отпустить домой. Пастухов ходит, тренируется, тренируется, 100 бросков и никакой. Вот так. А мне говорят, что... А вот там раз. Так, Макс, сюда, бери его. Коля. Вот здесь, чтобы я видел. Все построились. Все. Все-все построились вот туда. Вам еще 10 приседаний, только тогда отпущу. А, туда, туда двигайтесь, двигайтесь, туда, 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 туда двигайтесь. Стоп, вот так, а вы сюда встали. Значит, слушайте меня внимательно. Значит, сегодня, понедельник обычно собрание, подвиньтесь сюда, потому что обычно собрание бывает, все учителя и тренера. Значит, в феврале месяце тотальная проверка в секции спортивной. Ходит, кто не ходит, поэтому не отбирайтесь. Сдам, всех сдам. То есть вы, в принципе, ходите нормально. Вот у меня там 12 класс немножко. А так все более-менее. Бывает иногда, чтобы вы просто знали. Значит, сейчас так. Значит, кто хочет, идет качаться. Кто хочет, делает 10 отжиманий, 10 приседаний, 10 раз пресс и уходит домой. Только с этой стороны. Все. До завтра. А сухом послушай. Вон там. Мальчики, 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 перешли все на эту сторону. На эту сторону. Два. Туда. Сеча, шизы. Сеча, болты. Сеча. Еще одна. Я не знаю. Что? Нет, вы через право-влево, через дерево, через спину с колен,
повторите вот эти вот основные 5 точек. Заднее, бедро, через спину, скелет, мельница. И что вы будете сегодня делать? Сколько баллов? Ну, 20 минут. Сколько сможете? Сможете вы 5 минут? А то я чай не успею выгнать этот Михаил. Все. Она меня возит домой, у нее права есть. Я с ней дружу. Айдат? Да. Айдат? Ай, механик, пока автомат. Механик. А кто? А ты? Да, кто ты? Вот, да, есть документ. Так что у меня личный водитель. Очень красивый. Так, Денис, ушел. Ушел. Или качаться, или домой. Андрюха, в сторону. Да, 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 все, все, все. Можешь туда, где еще хочешь. Ладно. Тебя сопливом до колен. Иди лучше домой. Завтра покачаемся. Так, у вас 30 бросков. После этого вы начинаете бороться. А это не броски были, это фигня все. Сейчас мы пойдем выпьем кофе с моей любимой ученицей. Да, Михаила? А это... Так, эй, я поставил камеру. Она не выключится. Выключится, да? Магнитные бури там решают на сегодня. Правильно. Три так, три вправо, три влево, бедро три вправо, влево, задняя подножка. Три-три. Все, разошлись, договорились, как боретесь. 30 минут, да? Под сюда, этот, у вас республика? Республика у вас? Когда? По первому акту. И потом республика по взрослым пацанам Кишиневе. А ты мог в Пастухов выступать и в субботу, и в воскресенье. 2002 год. Ты как только твой год уходит, так у тебя что-то случается. Как не твой год ты едешь? Ты будешь качаться или что? Я даже вообще. Хорошо, молодец. Где моя? Ты на самом деле пока всем так, как шерпом просто на заправку.
Да, 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 да
дальше. Нет, как ты такой, что спросил? Машина?
Мне смотреть или не надо? Если хочется, смотреть. Не хочется, не Чувствуешь? Нет, хорошо. Помойся. Сейчас только. Вам сегодня лекция.
Андрюха, скажи мне потом кофе. Александр, она и то же самое. Это магазин Примов, а фирма Бирюкс. Спасибо, Александр. Поднимаешься по бабушке Александр Бирюкс. Это Букурешт. Букурешт. Правда? Нет, ну вот Штефана все умеет. Ой. Ну, здесь или здесь? Нет. Здесь я. Вы считаете, что как бы со Штефана подумал? Ну вот, тут. Ага. Тут у нас 31-й август. Это такая река. Че? Индря, Букурешт. Индря, Прима. То есть, нет, вот Прима 31 августа. Август. И Букурешт. По-моему, какая-то. А вот Штефан. Ну, главное, что Штефан все умеет. Вот, а здесь это, вниз, как вот это вот, отделение, здесь же не едут эти, да? Не на верх едут. 16-я едет. 116? То 16-я. Едет, но она где-то здесь заворачивает. Или выше чуть-чуть заворачивает. Где-то она заворачивает. А, на 31 августа она заворачивает. Вот вы можете выйти на 31 августа. И в магазин, если вы идете снизу, он где-то не доходя. А я прямо возьму вот здесь адрес, я прямо вылазил. В интернет зайду и посмотрю прямо, где находится. Может быть, что мне надо картридер купить. А что, решили медаль? Хочу, знаешь, так, если я не могу выиграть медаль, так я хоть куплю. Куплю, знаешь, как чисто вот есть броски, подклад, там, зацеп. И возьму какой-то маленький, где можно просто приклеить. И одну хорошую такую, кто все приемы даст, там парков стоит, как блин. Да, там дофига. Там может много. Какие-то дипломы, может быть, что-нибудь. Там дипломов куча хватает. Да, то, знаешь, выиграться не могу. Слушай, у вас телефон интересный, часами. Он так и продается. Часовой телефон? Да. А, кстати, здесь вот при нажатии добавляются часы. Честно? Не надо добавлять. Здесь же даже смотрите, открывать не надо, не нажимать, ничего. Ясно. Так, ага, вот есть, вот я нашел, слава богу, все. Сделаю еще раз вот эти, пусть пишу. Если блядь. Еще у меня еще есть, если надо. Угу. Хорошо. Вот. Так, что там девочки? Ну, бью, я там убрал половину. А что? Я почистил, пошел вчера, почистил. У вас там загашники? Есть, да. Я закрыл. Не-не-не, я не к тому. Да. Вот таких нету. Столов? Да. Нет, именно вот сверху, на столешнице. А, столешница? Сергей Анатольевич, да. Качаться. Там нет. Почему? Ну, потому что враг уже там девочки сзади. Вас же не было, не заняли. Мы с девочками покачаться можем. 30 минут и... Ну вот, Пастухов, скажи мне, пожалуйста. Блин. Да. Тебе... Куда ты снимаешь? Одевай, блин. Одевай. Работают ногами, делают подсечки и до конца ни один прием не делают. Вот давай, Влад делает тебе подсечку изнутри правой ногой, а ты найди контрприем, тебе 2 минуты. Не на... Да, дай палку мне, пожалуйста, я сам возьму. Не найдешь, значит буду бить. Подсечку изнутри? Да, он тебе делает раз подсечку, подсечку, раз подсечку изнутри. И ты просто берешь ногу, убираешь и все. Вот давай. Какой я хитрый? Не знаю. У тебя 2 минуты есть найти. И его ударит, и тебя ударит. А что? Не знаю. Ищи. Ищите, блин. Ну, мне нужно, смотри, Артем, то, что ты вот он тебе показал, ты показал. А мне нужно, чтобы бросок был в конце. Вы можете пока друг другу как бы этот, а потом ты должен провести бросок.
Вот чего у тебя нету, броска. Ты как фехтуешь, знаешь, как фехтовальщик, так вот, как бы чук-чук-чук-чук. Но нужно еще заколоть противника, блин. Думай. Да, это бросок. Подумай, может что-то интереснее придумаешь. Еще осталась минута. Что содрали меня, блин? Может что-то то, что... Вот подумай, да. Так, 30 секунд осталось. Влад, ты не забыл? Что? Что проверять будут в феврале. Да. 90 килограмм сказать. Тут там передай 12 классу. А, все, я. Да. Я думал, мы про соревнования. Что, 90 уже идешь? Да, иду. Молодец. Толстаков, ты понял? Да? Человек без мамы, без папы, блин. И уже 90 скоро будет. Ну так, да. Это что значит? Уходи из дома. Так, ну что, показывайте. Подсечка изнутри. Еще раз. Что здесь, вода? Еще раз. Еще раз. Сложновато. Подсечка от подсечки, да, чуть-чуть получше. Но есть еще лучше. Так, Влад, покажи ему зацеп болению. Зацеп болению, после которого потом ты здесь упал, блин. Раз. Давай. Он тяжелый. Так и делай тяжелый прием, делай и легкий. Ладно. Да делай какие хочешь, главное, чтоб... Так, еще что-то. Что болит? А? Кого? У меня нога. Делай другой ногой. Ты только покажи, в принципе. Я же не говорю, чтобы прямо сейчас делать. Вы просто просто попробуйте, что можно делать. Вот ты ему делал зацеп голени. Давай. О, красавчик идет. Сиси-пуси. Ну, давай, Пастуков, что, не видел? Подсечка, это ты уходишь и подсекаешь изнутри. Да. Ну, очень тяжело. Я на соревнованиях никогда не видел. Я тоже.